Ансамбль «Кафт» вернулся из Санкт-Петербурга с триумфом. Хореографический коллектив при второй городской школе под руководством Майи Чети. Он занял первое место на международном конкурсе хореографического искусства «Розы России». Фестиваль проходит ежегодно, однако младшая группа ансамбля «Кафт» приняла в нем участие впервые. Для многих юных танцоров это был первый опыт участия в таком масштабном конкурсе. Хореограф Коста Джуев считает, что это большой успех, ведь помимо нашего ансамбля в фестивале принимали участие 38 коллективов. Мы решили в этом году для участия в фестивале подготовить младшую группу коллектива. Это был их первый выезд. Они оправдали наши надежды. Не подвели. На фестивале было представлено более 20 танцев. В номинации «Народный танец» наши дети заняли первое место. Мы представили два танца – «Эрсы Кафт» и «Рук Кафт». Председателем жюри была Мира Кольцова, руководитель ансамбля «Бирюзка». Жюри высоко оценило выступление нашего коллектива. Несмотря на то, что дети устали с дороги, они наперебой делились впечатлениями от поездки с родителями, рассказали о своих волнениях во время выступления и как им удалось занять первое место. Это была моя первая поездка на гастроли. Мы много готовились, но это того стоило. Перед выступлением мы очень волновались, но когда вышли на сцену, постарались выступить хорошо. Поездка в Санкт-Петербург оставила незабываемые впечатления. Для детей были организованы экскурсии по достопримечательностям Петербурга. Детям показали Петропавловскую крепость, Юсуповский дворец. Петропавловский собор. Мы были в музеях, посмотрели музей Петра I. Нам очень понравился город. Я хочу поблагодарить нашего руководителя, Майю Юромовну, за то, что она решила нас отвезти. Она нам предоставила возможность принять участие в фестивале и посмотреть прекрасный город. Ансамбль посетил знаменитое Пискаревское мемориальное кладбище, где похоронены наши соотечественники-осетины, участвовавшие в боях за Ленинград в Великую Отечественную войну. Участники ансамбля почтили их память. Гастроли ансамбля «Кафт» состоялись при финансовой поддержке Министерства образования и родителей танцоров. Роза Тедеева, Арсен Гасиев, информационный выпуск сегодня.